Привет, ребят! Всем владельцам компании CF Moto и всякой разной механики. Сезон у нас близко, в некоторых районах даже снег не упадал. Ну, у меня снег еще даже не таял. Смотрите, вот сегодня у нас на повестке дня такой интересный вопрос обслуживания вариатора. Я вот не зря его сейчас показываю. Значит, вообще, как бы при замене масла, ну, желательно, как бы, его тоже чистить. Там у нас есть подшипник, там у нас есть обгонная муфта, там втулка, которая тоже требует смазки. У меня вариатор немножечко подгромыхивает, там что-то там в нем происходит. Сейчас мы разберем вариатор. Я, значит, покажу, как снять ремень, если его нужно заменить. И что там нужно обслуживать? Единственное, трудности, сразу же могу сказать, что есть трудности при разборе вариатора, потому что там гайка закрученная на пневмогайковерт на заводе и на стоп-резьбу, скорее всего. И поэтому у нас, ну, сейчас вы все увидите, вот в этом месте тяжело ее будет снять. Сейчас, если будет у меня возможность, сниму. Если нет, то значит будем так продувать, прочищать. Итак, ребят, разобрал я. Значит, крышку снял вариатора. Тут 16 болтов. Значит, доступ облегченный. Не надо никакие подножки снимать. Как я смотрел видео на BRP, там 25 болтов, одну подножку, потом только вариатор. Ну, в общем, смысл такой, что вариатор, в принципе, выглядит как новый. Единственное, что меня вот эти звуки беспокоят, которые издаются при запуске мотора. И вот этот вот подшипник. Этот подшипник я сейчас его отсюда сниму. В принципе, грязи немного, но сейчас мы все протрем. Еще раз продуем, почистим. Ну вот, ребят, смотрите, уже, наверное, не зря разбирал, хотя пробег небольшой, всего 1500. Вот я снял сальник. Вот смотрите, какой подшипник у нас. То есть влага попала, смазки там нету и немножечко подржавел. Но люфта нет, но звук он, наверное, издает неприятный. Кстати, вот, кто не знает, вот здесь находится сливное отверстие. Пользоваться им очень неудобно. Но некоторые сюда ставят трубочку, потом выводят. Я сливаю там через другое отверстие, потом покажу. Так что сейчас вот набьем смазочки сюда и обратно поставим сальник. Сейчас все промою. Сейчас сниму поближе. Номер подшипника видно 6003, и вот еще чайно, так, а вот, вот здесь, вот здесь вот еще один, вот HRS. Но я постараюсь найти и скинуть в каталожном номере, потому что что-то он мне все равно не нравится. Я думаю, 3 копейки он стоит. Надо бы его заменить. Набили, значит, туда смазочки. Возвращаем сальник обратно. Фиксирующую пластинку. И на фиксатор резьбы ставим. Излишки смазки не забудьте удалить. То попадет это все на вариатор, и нифига хорошего не будет из этого. Так, прежде чем запустить, померим ремень. Он должен быть крайнее положение 32, 36, новый, по-моему, и 32, ага, 35. Ну, как новый, 1 мм стерся. Сейчас запустим квадроцикл. Ставим на нейтраль, и, значит, в нейтральном положении ведомый и ведущий должны вращаться.
Запускаем. Немножечко не так работает. И такой небольшой. Вот он, грохот вот это вот. Это, походу, подшипник. Вот там внутри обгонная муфта. Подшипник опорной муфты там так трясется. Надо распирать, как минимум смазывать. Ребят, ну в общем, квадроцикл, я так понял, меня победил. Потому что и вот и троса я намотал. И через вот такую здоровенную трубу тянешь. И горелкой грел. И брусок подкладывал. Ну то есть вот сюда вот брусочек подкладывается. Там. Под упор вот сюда подкладывается. И ни хрена. Вообще ноль. Будем ждать, может быть, у кого-то где-то появится пневмогайковер, чтобы обслужить это все. Но вот будьте готовы к такому геморрою. Тут просто, я не знаю. Ну, вот, чтобы снять ремень снять просто. Ремень вот сюда вот мы вкручиваем. Два болта вот сюда, вот отсюда выкручиваем, вот сюда два вкручиваем, тарелка разжимается и снимаем мы ремень. А вот снять вот эту вот ведущий вариатор и чтобы там внутри промазать втулку, это уже целая проблема. Ну, будем так, сейчас так почищу все, да и буду закрывать, что делать. Так, ребят, значит, для очистки мы используем вот такой вот очиститель тормозов и деталей сцепления. А потом, уже после того, как мы сбили всю грязь, она вся стекла, уже остатки мы продуваем компрессором. Тут практически уже ничего нету. Там... чуть по чуть вылетает. И потом собираем все обратно. Ну, так как всегда, по традиции, кто считает видео полезным, обязательно ставьте лайк. Кто снял вот, вариатор без помощи гайка, пневмогайковерта, обязательно оставляйте комментарии. Мы по это дело все пообсуждаем. Кто считает видео бесполезным, ставьте дизлайк. И всем удачи на бездорожье. Всем пока.